Глэмпинг «Горуда» – эко-отель в живописной предгорной местности Сухумского района. Чтобы добраться до него от столицы, понадобится чуть более 15 минут. Дорога, конечно, не совсем комфортная, требует ремонта, но путь того стоит. Тем более, что в перспективе администрация Сухумского района рассчитывает изыскать средства на ее ремонт. Ведь этот эко-отель, набирающий популярность, исправно пополняет госбюджет. К примеру, налог на землю составляет порядка 500 000 рублей. И такая инспекционная поездка подчеркивает, насколько данная отрасль важна для экономики республики, в частности для бюджета Сухумского района. Такого рода объекты, мы крайне заинтересованы в их развитии и вообще реализации. И наша позиция, и позиция руководства страны, это подчеркивается на всех совещаниях, что максимальный комфортный режим для бизнесменов, для того, чтобы все эти бюрократические вопросы были максимально разрешались. Встреча главы Сухумского района Алхаса Читанава с министром туризма Таймуразом Хишба состоялась на территории эко-отеля в рамках визитов объектов курортного значения для подготовки к курортному сезону. Мы знаем, что в Сухумском районе 9 мест размещения, более 250 койко-мест. Мы находимся, на мой взгляд, в очень интересном месте. Глэмпинг «Горуда» – это на самом деле флагман этого направления не только в Сухумском районе, но и в Абхазии в целом. Сегодня это направление очень востребовано вообще во всем мире. И мы надеемся, что такого рода объекты будут строиться по всей территории Абхазии, так как они сохраняют экологию нашей республики и дарят нашим гостям незабываемые чувства нахождения на природе, на свежем воздухе. Сухумский район не богат подобными объектами курортного назначения. По словам главы района Алхаса Читанава, всего их 9, из которых 3 гостиницы. Соответственно, прибрежная территория Сухумского района почти не освоена. А это значимый потенциал для сферы туризма и существенные перспективы для пополнения бюджета республики. Что же касается самого глэмпинга «Горуда», то здесь активно готовятся принимать гостей. По информации отдела бронирования, показатели брони этого года выше предыдущего. Рабочая поездка на посещении эко-отеля не завершилась. Главы Минтуризма и Сухумского района посетили ряд других объектов. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.